Уже в это воскресенье, 10 сентября, в нашей стране пройдет единый день голосования. Жители Кубани будут выбирать депутатов в законодательное собрание Краснодарского края 6-го созыва. В преддверии этого важного политического события в Славянской межпоселенческой центральной библиотеке открылась выставка ретро-открыток «Все на выборы». На выставке представлены открытки и агитационные плакаты советских времен с 1920 года, когда приглашали голосовать за туземцев, по 1960-е годы. На открытках этого периода размещали такие призывы, как «За счастливую культурную жизнь», «За счастье детей», «За дальнейший расцвет наших городов и сел», «На кухне дома не сиди», «На выборы в совет иди». Сами открытки – это репринтное издание издательства «Контакт Культура», агитационных плакатов, изданных в виде почтовых открыток на таком мелованном картоне. Мы рады, что у нас в фондах есть такие интересные экземпляры. Авторы открыток – известные советские художники – Иоганнсон, Таидзе, Махарычев, Шубина. Многие из их агитационных лозунгов актуальны и сегодня. Выставка будет работать до дня выборов. Вход свободный.